тоже символический снимок. Я его сделал тоже позавчера. Сам только заметил. Ну, давайте расшифровывать. Дереву больше 20 лет. Это была вишня, прививка была высокая, я тогда высоко прививал. Вот. И осталась у меня вот эта алюминиевая проволочка с бирочкой, названием привитого этой самой вишни на вишне. И вот, значит, она осталась и получилась перетяжка. Эта перетяжка освящена великими именами, да. Считается, что эта перетяжка даст возможность дереву раньше заплодоносить. Но я не обратил внимания тогда и сейчас. Пришла пора, заплодоносила. Я сейчас о другом. Вот благодаря этой перетяжке дереву жить надо. Вот, она выбросила, это подвой, вот эту ветку, видите? Выбросила вторую ветку. Вот это благодаря перетяжке. Ей надо восстановить, дальше расти. А это, а знаете второе слово какое, а? Вспоминайте. Удушение. Официальный прием. Ну, а это уже корневой отводок. Он бы в любом случае бы появился. Есть перетяжка, нет. А вот. Я вас умоляю, чтобы на год-два приблизить плодоношение, а иногда и смерть, пожалуйста, не делайте этого. Вот, во-первых, это распространенный прием, а у нас с вами учеба. Опять я не учу, как делать, я учу, как не делать. А теперь, внимание, переходим к нам, людям. Это очень важно. Итак, вот, страшнейшая грыжа размером с кулак у меня внизу живота, слева. Размером с кулак. Все, жить невозможно, ходить невозможно, спрятать ее невозможно. Хирург пощупал с умным видом и говорит, знаете, от чего она у вас? От того, что ваш ремень перетянул по этот самый. Благодаря ремню. Вы не носите подтяжки? Я говорю, сроду не носил. Вот переходите на подтяжки, потому что пощупал другой край, с другой, с правой стороны, низ живота, и сказал, вот здесь будет следующая грыжа. Ну, ту грыжу мне какими-то американскими специальной сеточкой зашили. По нынешним временам отдал 1020, если экстраполировать цену. Вот. И слава богу, сейчас у меня грыжи нет. Вот. Шрам только. Но, мужики, то, что я пережил, и то, что выкинул такие деньги, может, вернемся к подтяжкам. А теперь дамы. Нет, это не я придумал, что, перейдя на брюки, количество зачатий просто чисто, как бы сказать-то, арифметически уменьшается. Та же самая перетяжка. Брюки же на чем-то держатся. На резинке, на ремне. Вот. Ничего не намекаю. Ну, мне кажется, что я бы своей сестре и племяннице просто... Вы не знаю, как хотите, половина слушателей, женщина. Вот. Возвращаюсь. Я его тоже, я не собирался сегодня рассказывать, но мне, как говорят-то, завалили письма. Вы думаете, вы все письма сейчас с вами прочтем, только малую часть. Как вы относитесь к тому? Да, вот есть уже отказываются. Вы молодец, конечно, что учите не резать дерево. Ну, перешли на эту, как это называется, на отгибание. Ну, вот смотрим на отгибание. Вот это дерево, снято, правда, с этой стороны, да? Вот. Это маньчжурский абрикос. Тут у него своя судьба, интересная судьба. Там на ту сторону свесилось, знаете, сколько? Там ведер 6, только на той стороне. Я вам показывал. Так получилось, везет соседям. Вот это вот бай, он уже отплодоносил. Плоды 50-60 грамм. А вот это вот ниже образовался, вот такой вот. Побег и вымахал, махал. А этот постепенно, я его не стал, он как бы отнимает силы у бая. Вот я его не стал трогать. Я хотел этот улучшить, манджурец. И, кажется, улучшил, но не так, как надеялся. Но на это все впереди. Так вот, я к чему говорю, что я, опять же, позавчера сделал вот эту фотографию. Вот. Он отгибнулся сам. Он отгибнулся под урожаем. А обратно выпрямляться уже не стал. Я всегда говорю, дерево формирует крону само. Вот. Ну, дальше, так как она перебор получился, а ему надо расти вверх, дерево выбросило вот тут прекрасное, ненавидимое этими авторами, ненавидимое эти
каких. Особенно этими феями пресловутыми. Волчки. Ух, как ненавидимые. Вот. Их надо было уничтожить. А они на второй год уже зацвели. Так вот, следующее. Ну, чтобы не быть голословным. Вот. Еще раз, видели? Волчки. Необходимейшая вещь. Почему? Стоит перегнуть палку или сознательно, специально, или дерево. Согнулось, выпрямиться не могло. Так. Ничего страшного. Пошли вверх волчки. Дерево стремится к солнцу. Не мешайте ему, не колесьте. Там вторая такая ветка. Вон волчок. Тут, жаль, плохо видно, но не тоже полно волчков. И вот на той им тоже полно волчков. Вот, не мешайте, оставьте их в покое, пусть себе плодоносят. Не хватайте за голову, что густо надо прорядить. Чепуха все это. Вот. Ну, вот это дерево, это сенец Бродского. Вот, он сейчас выглядит вот таким вот. Посажен было, семечко было в 2015 году. И я должен был, по мнению автора, вот здесь вот уничтожить. Я вам как-то приводил, показывали ролик. Ссылаясь на немецкую технологию, украинец взял точно такое же дерево, взял вот этот отрезал. Что это может дать, кроме ослабления морозостойкости, я не знаю. Вот. Вот, посмотрите сюда, видите? Вот эта ветка, она вся, вот сюда, смотрите, сюда, сюда, вот туда. Вот, представьте себе, что она еще вверх на 2 метра. Она вся в цвету. За каким чертом я должен отрезать? Это та, что человеку пальцы отрезать, потому что безымянный, ему даже имя не придумали, это безымянный. Зачем он нужен? Он настолько ненужный, большим этим мизинцем мы это самое, можем что-то там, какое-то узкое место сунуть. Вот, этот нос ковыряем этим самым пальцем, знаете каким. Большой палец, самый сильный, надавить можно. Давайте отрезать пальцы себе. Вот, пусть себе растет, пусть плодоносит. Меня это совершенно все это устраивает. Глупости все эти, дурацкие глупости. Вот. Ну вот тот самый случай, когда поначитаются люди, поизвечат деревья, а потом проходят годы, и видно ученые, Сычев Александр Иванович хватается за голову, пишет статью, что севернее Курска Воронежа. Сам читал, там, миллион человек читало. Вот, в этот тираж был тогда, в 2004 году. Абрикосы можно пересадить по пальцам. И вы понимаете, что вся гигантская, ведь не зря же Тимирязевка мою фотографию присвоила Серафима, ведь не зря же. Вся гигантская эта индустрия работает в холостую, полностью, вообще в холостую. Вот эту фотографию я сделал к вопросу об обрезке. Ну, тут, само собой, видите, как дерево спасает свою корневую шейку, понятно, что оно само вылазит из земли. А, как вы хотите, и спасаться надо. После того, когда отпилили его, мешало людям. Вот, посмотрите, тут сотни, если не тысячи веток сразу, в почек проснулось. Это крайний случай, повторяю, крайний. Все остальные случаи... А вот, пожалуйста, это самое, в комментарии надо? Вот. А здесь комментарий надо. Ведь придумали же бороться с этим. Вы знаете, что мхи, лишайники, грибы, вот, они даже не соседи. Это одно целое с деревом. Их ровно столько, сколько дерево позволяет. Если ты, тот, кто держит эту щетку, металлическую щетку, перед этим калечил дерево, оно заболело, вы у меня найдите, я же вам показывал сотни фильмов, сотни. Крапинку одну найдите. Вот это вот проблема, изувечить, а потом взять и начинать его лечить. Вот,